Хорошо начали первый тайм, очень агрессивно, забили достаточно быстрый гол. Имели ни один и ни два момента для того, чтобы увеличить счет и тогда по существу обезопасить себя от нервной концовки. Но, к сожалению, этого не произошло, и во втором тайме уже играли, скажем так, с оглядкой на результат, хотя продолжали возникать моменты. Момент был у Тошича, у Дзагоева. Фельцов провел очень сильный матч. Вот, поэтому особых моментов у Краснодара не было, но тем не менее концовка встречи прошла, на мой взгляд, достаточно напряженно, потому что уже мы были вынуждены где-то больше обороняться и уже, еще раз говорю, играть по счету, по результату.